Что такое футбольный фристайл и как с нуля развить свою координацию и концентрацию движений? Такие задачи ставят перед собой руководители и педагоги Брестской школы футбольного фристайла, в стенах которой постигают азы трюков и финтов как ребята в возрасте от 9 до 16 лет, так и взрослые. Наибольшей популярностью у юных фристайлеров пользуются комбинации с мячом, находящимся в воздухе. Большинство приемов исполняются на голове, на груди и плечах, а также из положения, сидя на полу. Футбольный фристайл – это уникальный вид спорта. Он набирает популярность как и в мире, так и в Республике Беларусь. На данный момент есть школа Legacy в Минске. Там 4 точки. И буквально на днях, вот после нашего открытия в Бресте, открыли школу для маленьких детей. Уже набирают с 2,5 лет до 6 возрасте. Вот представляете себе? То есть уже вот такие вот детки могут обучиться базовым каким-то трюкам. Мы будем развивать их движение, будет способствовать дальнейшему развитию ихнего потенциала, и, возможно, они добьются больших высот. Среди учащихся молодой спортсмен Андрей Кондрасюк. Его знакомство с футбольным мячом, как и у всех ребят, произошло еще в детстве на уровне двора. Говорит, как и все ребята с улицы, любил погонять мяч, поиграть в футбол. Но всегда хотел, чтобы обычные уличные игры переросли в нечто большее. Теперь для героя нашего сюжета исполнение всевозможных трюков, выполняемых с мячом без определенных правил и ограничений, любимое хобби. Дальше больше, уверен спортсмен. Этот спорт привлек меня своей изящностью и разнообразием, потому что он отличается от других видов спорта, ну, уже привычных нам, таких как футбол, бег, плаванием, своей разнообразностью, креативностью, так как здесь сотни трюков, которые ты тренируешься, исполняешь с огромным удовольствием и желанием развиваться. Это вдохновляет на дальнейшие какие-то победы над самим собой. Активно развивающаяся молодая спортивная дисциплина с каждым годом привлекает все больше и больше поклонников и последователей в Беларуси. Узнать про этот вид спорта больше, попробовать свои силы, научиться первым базовым элементам, либо усовершенствовать свои навыки в футбольном фристайле есть возможность у всех желающих брестчан. Занятия проходят в 2 спортивных залах на базе средней школы номер 23 города Бреста. Виктория Саченко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.